Аутизмом называют расстройство психического или психологического развития. Многих родителей волнует, как понять, что у ребенка аутизм и в каком возрасте это заболевание проявляется впервые. Проблема аутистического спектра выделяется в течение 31 месяцев рождения, то бишь с года до 3. Эту проблему можно уже в ребенке выявить. Основной признак, как бы, это речь. То есть, если ребенок долгое время не говорит, произносит только звуки, это уже показатель того, что-то у него задержка какая-то есть. Еще один симптом аутизма – отсутствие зрительного контакта с людьми. То есть ребенок никогда не смотрит в глаза собеседнику. При разговоре с взрослым отводит взгляд. Детей с таким диагнозом не интересует общение со сверстниками. Они не любят, когда к ним прикасаются, при этом нервничают. Дети с расстройством аутистического спектра пассивны или, наоборот, гиперактивны. Стереотипность поведения. То есть, как правило, это те дети, которые, например, могут ходить по одной и той же дистанции туда-сюда. То есть, в одном направлении сходили, развернулись, пошли в обратном направлении. И вот так двигаются по несколько раз. Это, конечно, низкая социализация. Прежде всего, с мамой. Даже уже если у ребенка низкая взаимосвязь с самыми близкими родственниками, то здесь, конечно, нужно родителям обращать внимание. Но в основном это уход от деятельности, от любой. От взаимодействия, от ласки, от прижатия к себе, ухода, нежелания вообще никак общаться. При проявлении таких признаков лучше обратиться к специалистам. Подтвердить или исключить диагноз могут только врачи. Чем раньше болезнь будет выявлена, тем выше вероятность социально адаптировать ребенка. В целом я могу сказать, что это получается, что они у нас уходят в школы, они у нас учатся и успешно учатся. При особом подходе, конечно. В любом случае, вот этот особенный подход, он сохраняется. Вот эти специальные образовательные условия, эти дети все равно к себе требуют. Правильный уход за малышом, благоприятная обстановка в семье и занятия со специалистами помогают маленьким пациентам вырасти полноценными людьми, получить образование и создать семью. Однако далеко не все родители готовы принять факт, что у ребенка аутизм. Потому что это тяжело. Вот, представьте, 3 года мама, находясь в декретном отпуске, постоянно находится в этом раздрайве, не знает, что делать со своим ребенком. Если еще тем более у нее есть первый здоровый физически. И она ничего не понимает, она не может принять проблему. В специализированном детском саду проблемам аутизма посвятили весь день. Информационные площадки открыты для всех желающих. Педагоги поделились опытом работы с представителями искитимских школ, детских садов и родителями.